что вы стоите бороться? Так, Миша, хорошо, пусть она уйдет, пусть сядет. Так, Артур, идешь к Бутупу, Миша, идешь к Хинку. Саня, взял чучело, чучело взял, вот это чучело, вот туда. 15 раз через грудь. А когда уже это собирание? Разогрейтесь чуть-чуть, не разбивайте. О, вы ему так хорошо. Я хочу на проект на Да смотрите. Саня, вон там бери и бросай. Эй, Дан, встань в стойку. И этот. Ну вот, Борис, мы. Да? Денис, ударьте, он под краном пойдет. Он дальше вот это, яблочко. Я подсечку делал. Начинается, блин. Там этот, блин. Больные, блин. Так, Маша. Эй, я не понял, куда вы все пошли? Иди сюда, Сергу, сюда. Батух, сюда. Этот, Саша, ты страйкер. А можно я? Саша, страйкер. Хаджуэ, боремся. Так, Маша, иди к этому, к даму. Андрей, идешь к Кателину. Так, Маша. Так, Матэ, ушли сюда, сели. Вот сюда. Где этот мешок, блин? Туалет. Да,
Что, как нога? Еще раз. Какая нога? Покажи. Вот эта нога. Посмотрите, видите, как встань сюда на середину. Встань на середину. О, правша. Какая нога? Какую ногу ударил? Вот эту. Вот это голень. Здесь мясо. Когда бьешь, оно как-то это. Здесь хрящ. Один удар, второй, третий, хрящ трескается, начинает ломаться. Со временем, когда вы стареете, вот у меня так. Только жаркая погода или вот так вот стоит задеть, и сразу опухает, сразу большая температура, и собирается вот так. Мне приходится постоянно ходить и водой холодной мыть или ставить что-то холодное. У меня здесь, делали операцию, тут и тут. Это 4, когда лея был доллар, $130 ушло. Почему? Потому что на эту ногу, на правую, надо обязательно одевать щиток. Щиток не должен быть железный, пластмассовый, деревянный. Вон, пошли туда вдвоем. Хороший длинный щиток, толстая резина, поставили сюда, вам ударили, вам по барабану. Как дал в ответ со всей силы. У вас не болит. А так, конечно, будет болеть. Вот оно. Завтра не придет, скажет, что у него нога болит. Так и будет. О чем это говорит? Тупо. Нет. Бесмотр. Нет. Все, не вот как была команда, сыр был виску на этот. Все. Да все в порядке, сейчас я его. Все. Значит так. Выходите, боретесь. И пол 10 очков. В азале 7 очков. Удержание 10 секунд, 20 очков, волевой 10 очков, удушающий 10. 4 минуты боретесь и считаете вслух. Победитель записывается. То есть ты можешь проиграть иппона, потом выиграть 2 в азаре, это будет 14-10. На настоящих соревнованиях, когда проигрываешь, она... На этих соревнованиях мне нужно, чтобы вы поборолись, больше побросали. Вопросы есть? Нет. Нет. Сейчас я скажу, по 3 пары или по 2? По 3 пары будут. 3. Давай сорока вообще вон у нас, МТ схватим. Замока с темой скалавара, все, пока. На, ну что? О, спасибо. Вот так просто одеваешь, это здесь. Не забудьте дать, а то я вам даю кимоно, брюки, а ведь там оставляю. Я должен ходить, и свои брюки попросили меня, я должен ходить забирать. Так, вискун, сырбу, бутук, Влад. Так. Истрати, Боля, Хынку, Буга. Буга, будешь бороться? Конечно. Буга, Миша, с ними будешь бороться? Да. Как с Болей бороться? Наверное, за шею надо брать. Тогда он тебя будет вытаскивать шмякать. Истрати, знаешь, как с ним надо бороться? Он наклоняется и прет. С ним надо так, стоять чуть повыше, держать, показывать, что ты делаешь. А из-за того, что он наклонился, он получает, будет получать шида. Раз, два, три, свободен. Это 10-0. Так, кто там еще? Ну, с Даником сам знаешь, как бороться. Так, Маша, Якобуца, Баби. Андрюха, упираться и все. А Адам сам себя, он обязательно какую-нибудь гадость сделает и упадет сам. Он может раз бросить, два, а потом раз сам упадет и удержание. Так, Максим, Кателин и Якобуц. Андрюха, ты там и там будешь бороться. Вытерпишь. Кто-то судья, кто-то борется, да? Две пары будут бороться. Две пары. Потом две пары. Так интересно. Будем болеть за себя. Так, или три пары лучше поставить? Давайте по две, чтобы... По две. Так, здесь выходит бороться. Хорошо, когда команда.
Значит, а давайте команду на команду. Нет, команда на команду нет, не хочу. Холодно. Все будут сидеть и замерзнуть. Значит, внимание сюда. Объяснял я вам хорошо, красиво. А потом вышел, упал, начинаешь опять бороться. До японов, правильно? Да, лучше. Да, вот дзюдо так дзюдо, до японов. Упал на япон, до свидания. Упал в азаре, значит, можешь бороться еще. Итак, вызывается бутук сырбо. Так, бутук сырбо, вискун свободен. А, тут мы? Сюда. Да, а там будет бороться... А там будет бороться... Машенька, я тебя прошу, не шагу вперед, ручки согнуты. Не давить, не давить вперед, а то тупнешься головой. Так, Абаби, Маша. Так, Якобуц, идешь этот, Якобуц, идешь судишь. Так, на том ковре борется Хинку и Страти. Нет, извиняюсь. Истрати Боля, Истрати Боля. Хинку судишь, Хинку судишь там. Так, здесь у нас судит Вискон. Судишь, так, а я смотрю. Да. Еще раз. Не понял. Алик, не будет бороться. А, Алик. Значит так, берешь Валентин. Нет, вставай. Вставай. Так, где. А, этот. Да, ну закрой-ка мне дверь, пожалуйста. Так, чтобы здесь у нас смотрит, да? И здесь. 50 приседаний, 50 отжиманий, 50 распресс, хорошо? Так, чтобы. Внимание! Нет, слушай отсюда. Потом будет бросок. Да, так, готовы? Так, 3 минуты. Нет, 4 минуты. Хаживай. 4 минуты. А, у меня же едет это. Так. Поднимаем стойку.
Ноги держи, ноги держи, ноги, нога, ноги держи. Молодец. Мате, стойку. Андрюха, ногами надо было внизу ты заходить. Мате. Ну как что? Позвони. Ассеркоми. Ушел таки это. Поднимаем стойку. Проигрываешь по зале. Ладно. Выходишь за первую конференцию, да?
отлично. Вот он туда берет, в ту сторону и достать надо. Опа, еще держишь. Держать. Поворачивается. Так и держи, все, придержи, Маша, стойку. А не было базарик, нет, я уже начал. Ты упал на спину, какой базарик? Ты упал, полежал, потом стал переворачивать. Нет, здесь нет, не буду так не выражать. То есть не было четкого броска. Ты упал, а потом стал переворачивать в парке. Есть базарик? Да. Сверху базарик. Шиз Андрей, выход. Ну, бросаешь. Бросаешь, держи руку. Сверху Шида. Нет. А как нет, на когда бы тут не было прием? На живот. Все, Маша выходит. Машенька, я тебе еще раз прошу. Остаешься? Нет. Да. Он через тело. Держи локоть. Очень хорошо будет. Саша, если легко, стоп. Артур, ты что, взял из ушей так, да? Нет. А как? Хорошо, вы ушли, Саша вышел, Пастухов вышел, ты остаешься в стойке. Ну, Вазари, Андрей. Покажи. Вазари. Сразу надо оценку давать. Короче, стойте осталось. До свидания. Данил, один раз запусти его. Его можно как хочешь. Саша. Сербу выигрывает Базари. Базари. Базари, да? Да. Извините. Ну, высекай. Не надо показывать, Пастухов. Нет, я даю, что он работает. Нет, то, что ты даешь, но если надо делать, то надо. Да. Нет. Нет. Видишь, он упал? Больше почти груди. Поэтому не до... на соревнованиях не дадут. Ты можешь дать. Ты можешь дать. Но на соревнованиях не дадут. Ты судья, смотри, просто на соревнованиях не дадут, а ты можешь дать. Тем более бросок для меня же. Давай, вставай, Саня, Саня, через грудь разочек. Вот, вот. Отлично! Матей! Заправились. И папу куда я открыл? Андрей взял бросок? Андрей. Вам помочь будет? Да. Вы в шоке, да? Вы договорились? Красивый был бросок? Камера нормально будет? Хорошо. Так, там кто боролся? Кейт будет тратить? Нет, Саша. Еще раз. Нет. Нет. До Пастухова кто боролся? Я.
Истрати и Христа. Ой, да? Правильно? Да. Сейчас. Истрати 10-0. Так. Истрати. 10. Так, здесь ты боролся... С Якобоц есть наш. Нет, первый с кем боролся? Якобоц. Ты выиграл. Простите, я перебиваю, а Павел с Машей не считается футбольным? Все, поклонились, ушли. Так, Сербу Бескун выиграл Сербу? Да. Молодец. А если у меня и у всех по одному баллу, что? Значит, я победитель. А давайте еще по одному. Так у меня есть дел в азарт, не считается 7 баллов. Нет, так вы сказали, что только по одному баллу по дзюдо. Нет, ну вы же слышали, что я все сменил, как по дзюдо вот так считаю. Молодец, Денис, я извиняюсь, может так и буду делать. Так, Истрати сюда. Так, Буга, Хынку боролись? Да, Буга, Хынку, да. Боролись. А где у нас этот Сашенька? Сашенька, иди, ты с кем? С Хынку боролся? Боролся. С Хынку боролся? Нет. Нет, Хынку, Буга, а ты сюда разберись. Так, здесь... Якобоц? Нет, Максим Петелин. Максим Петелин. Сергей Анатольевич. Да. Вы сказали Хынку, Буга, я с ним Хынку боролся. А кто тебе сказал? Я сказал Буга? Да. Боря. И ты. Готовы? Джимай, значит, у вас еще складки есть. У вас несчастье. Кто выигрывает меня, кто выигрывает? Да, если чем выигрывает. А, когда ты торт ставишь? Если выигрывает меня. Если у меня выигрывает. Руку снизу поставь и все. Сверху ставь. Поставил снизу, сейчас подсекешь, он упадет и руку выставит. Я держу. Тебе, Пастухов. Снизу руку взял и все. Оп, показал заднюю, высек, показал заднюю. Вот и все. Ничего, пусть не падает, да. Просто, когда будешь доводить, смотри, чтобы он руку не... Опять снизу. Наклонись, возьми. Болевой, здрасте. Молодец. А, вот это сейчас. Да, да, вот так. Христос. Так, Артур, возьми Пастухову и сделай 10 раз через ведро. Быстро. Дайте ей лучше кто-то другой сделать. Да. Все. Иди сделай Артему 10 бросков. Хорошо ведро делай, не надо переднее. Ведро. Два. Три. 4, 5, 6, 7, еще 3 броска, 8, 9, еще 1, 10, пошел один. Поднимай стойку там. Миша, поднимай стойку. Вот так, отлично. Давай, бороться, Сань. Что ты все плавки поправляешь? Давай, борись, Саня. Макс, ты бросил его или нет? Нет. Главное, чтобы он руку снизу не взял. Только снизу бери руку, подмышку и подсечка бедро заднее. Подсечка бедро заднее. Но видишь, ноги крестит. Ногу скрестил, раз, то все. Он убрал ногу, раз по задней. А так просто не бей, подсечки делай. Я думаю, что они там курят. Курят? А можно? Да, курите. Стойку. Пошел. Вот он уже умирает. Ну дай мне бросай, что ты ходишь, блин? Все время держи его, на краю держи, Макс, все время на краю держи, получишь 3 шины и свободен. Вот. Так. Ты выталкиваешь, а нужно теснить.
Да, пошел он. Так же. Ты взял эту трубку, начал. То есть это уже не борцовский приезд. Давай к этому, давай, Саня. Где ваши коронные броски? Только не коронные. Следующий ушел, Марс. Господин Сергу, выйдите, пожалуйста, сядьте сюда. Выше руки. Делай перед ним парашу с падением. Как ты держишь левую руку? Лево непонятно как. Вбивай его руку и влезай. В руку вбивай. Вот сейчас он тебя. Видишь, что мой короны. Болевой, я локоть просто возьми. Садись на него, садись, чтобы перевести. Садись, пока не сделаешь, садись. Пока нам это. Хорошо, просунь не локоть, не локоть, просунь. Просунь дальше, возьми рукой за отворот. Вот эту руку за свой отворот, сам за свой отворот, вот. Мне уже не понравилось. Так, тут к сырку приготовились. Так, перед этим боролся. Я ей. Я записал. Здесь Хинко болен. Какой счет у них? 0-0. Значит, оба дисквалифицированы. 0-0, так и пишем. Хинко 0 и болен 0. 2-0. Так, Буга и Страйкер. Здесь боролся Макс и кто? Максим и Кателин. Кто выиграл? Кателин, да, 10-0. 10-0. Так, осталась встреча Максим и Якубов. Ты сейчас боролся, Макс? Да. Да, отдыхаешь. А, да, выходи. Да. Так, Сань, у тебя здоровье, вагон. Мишка, перейди сюда. А, Саш, поборись, пожалуйста, с Артуром. Давай, Саша! Потому что если он с Мишей борется, он расслабленно борется. А он думает, сейчас я вам с Мишей канул. А так, он вышел, все, у него мандраж уже по коже. Не, мандраж у него нет. Че? Эй, судьи! Виско! Хэнко! Что там делаешь? Ставим палец. Куда? В задницу. Да. А, в этот? В этот московский. И болевой, вот душа. Болевой надо делать. Матвей, команда. Ну лицо, Саня. Понимаю, нет? Сергей Анатольевич, что это за договоры? Раз, Артур. Два. Ком сырву. Пастухов. Бутук. Сделай ему
10 бросов. Давай. Сербу готовься, пойдешь. Раз. Стене. Два. Стене. Три. Четыре. Все, бутылок ушел, а ты борешься, да? Ну, может, ну, не Бога, что это за разговоры? Раз. Ты как-то вместе с ним надо было идти. Со стороны леса. Есть, но не А что? Базарь. Базарь. Кто сказал ничего? А, здесь? Раз. Стоп, стоп. Так. Проигрываешь, да? О, красавчик! Ноги близко держишь. Так, мотарей. Что там? Дарик, не слышу. Что это держали? Ну, он не раскинул. А, нет. Ноги скрестил? Ноги. Да, все. Я не на сын. Я лучше Митя. Вот я будет какой-нибудь. Так, хорошо. Есть движение какое-то? Если нет, поднимай. Есть, Матэ. Что, он сдался? Есть, да, он сдался. Жопа, все, молодец. Так, Саша ушел. Эту кирку вышел. Стойку поднимаешь? Матэ. Так, бутылку, пистон приготовили. Это нам тосы. А чем ну, Базарь, держи правильно. Ну, я с Базарь. Что? Это Гуга делал Базарь? Да. Базарь. Базарь? Ну, я Гуга. Ну, это Витя делал Базарь, а не Гуга. Нет, он сделал. Как он есть, он балды. Ой, я платил. Он взял. Повернулся, стал помирать. А ты не выиграл. Так не играть роль. Он же бросок, можно делать бросок на день, можно нет. Он задавил руку, стал повернулся перед ним под ножку с падением, ты подождал, что он перевернул. Нет, ну это Базарь, Базарь лично. Поклонились, еще ушел. Так, Андрюха выходи. Андрюха выходи. Что? Мате? Таня, стойко. Андрюха, Артем, поклонились, ушли. Вискон, пожалуйста, в бутылку. Перед этим боролся с Сырбу Вискун, выиграл Сырбу. Сырбу Мутук. А ты с ним боролся, да? Ты выиграл его. Хорошо. Так, Артур выиграл, да, там? Да. У Боли, да? У Боли. Колоссалец. Поклонились, ушли. А что есть? Так. А я два до конца, нет? А? Я боролся до конца или нет? Нет, все, вы сейчас уходите. Этот... Да ну, мальчик. Маша, ты ходил сюда. Что такое? Соседи спасли. Ударился немножко, да? Когда вставал с стула. Да. Когда вставал с стула. Готовы? Сергей Анатольевич, я тут. Кто из них выиграет, у меня будет с ним финал. Сейчас. Маша, иди сюда. Марк, перешел туда. Маша, ты пойдешь здесь победить. Хорошо? Готовы? Да, Сергей, если кто из них выиграет... Ты выиграл. Если выигрывает Вискон,
У нас финал, а если бы кто-то тоже, у него один балл, у меня два. У всех по одному. Базарин. На базаре. Этот досуг не считается. Скорее. Андрей, что тут за выход? Базари. Хади. Окей. Берешь очень далеко. Ну, Базари. Я еще с этим буду поработать. Да. Со мной. Делать, не отпускай. Сашенька, посмотри так. Макс, точку, Макс, точку. Не давай на пояс. Берешь очень длинный. Вот, вот хороший захват. Отворот и здесь. Я вот, вот тут короче захват. Отлично. Вот так и бежим, не отпускаем. Ничего не сделаем. Только снизу стараемся захват. Еще раз. Далеко, а требесы. Макс? Да. Так покажи сюда, ты так это не понял. Макс, ты пол сделал? Да. Все, поклонись, свободно. Требесы, ты скоро так, Макс, здесь судишь. Я выкат. Маша, Катерин. Маша, Катерин. Туда. Маша, Гамарин, позвай. Считай. Все, все. Все, встали. Мате. Так, где остаешься? Ты уходишь. Я слышу. Иди сюда, встань сюда. Ты его, более, там судишь. Ты его должен бросить. Ты только защищаешь. Все, Ася, только защищаешь. Его задача тебя бросить, а ты только защищаешь. Я тебе скажу, что можно делать. Хорошо. Нет оценки. Есть удушающий. Все, посмотри, это нормально там? На лицо не давит, Андрей? Нет, я не давит. Все, типом? Типом. Молодец, Бескун, поклонились. Поклонились, Бескун, берешь Толстухова. 10 бросков. 8. Только бедро, не надо ничего придумывать. Раз, два, давай. Руку поставь. Поставь руку снизу. Подмышку поставь, и все медицине. Да, тебе да. Сколько? Еще люк. А, еще нет? Да. Пошел, цель. Так я был с ним. Был? У меня скоро схватка с Бескуном. А, да, хорошо. Боря, Толстухову. Бегом, бегом. Я. Давай, бегом. Я бы радовался, Боря. Стойку подруг. Стойку посуди, мой царь-нибудь. Стойку. Стойка. Стойка. Стойка, внимание. Давай. Мельницу делай. Вперед, вперед. Мельницу, этот. Давай, Марк, давай. До конца! Сергей, то есть остались сколько финалов? Что было интересно? Молодец. Посчитайте, пусть только кто остался финал. Давай, Макс, ты нападает. Оценки есть, Даня? Она первая, если я сказал. Так это не оценка. Дайте я посчитаю. Оценки? Давай. Эй, Ася.
Отлично. Молодец. Саня, что с ногами? Что с ногами творится? Стоишь ты при ногах, поэтому чуть не падаешь. Осталась минута. Давай, мочи. Мочи его. Влезай, ты просто ходишь. Япон. Молодец. Каталин. Со счетом 10-0 выиграл Мутян. Все, ушли. Отлично. Таня, какая красивая страховка. Бесценная, я просто скажу. А это был Егор Саня. Это Саня очень упала, бросила клюв. Саня, ты рад? Кретин, бежи. Мате. Поклонились. Саня. Так, у нас так. Вискон выиграл, Сербу выиграл. Это не весь финал. Да. А давайте на весь ковер. Да, сейчас на весь. Надо налезть. Так, дальше. Значит, у нас Исракин борется Буганой. Пилкуной. Исракин в финале будет бороться. С Дудко. Крюк уже выиграл на форме классика. Вы кто-то сам. Так, в этих 2-0. А Буга, ты не боролся со своим? Нет. Иди вперед. Кто выиграет, тот и чемпион. Вот сюда, пожалуйста, встаньте. Давайте по две. Готовы? Так. За приз боремся. За приз. За призуху. Так, Даник, ты хорошо судишь. Вот этот, я суде. Нет, да. Он ошибается, но он зато судит громко и не слышит, а то... Готовы? Время. Так, Пастухов туда. Возьми крынку. Забыл мне, что он выталкивает. Команды не было. Ёши, ну да, продолжайте бороться. Ёшики, давайте боритесь. Маша, Давай, Дань, мочи. Видишь, как он делает, да? Вот так и тебе он сделал. Мате? Мате. Там лицо было, поэтому... Давайте, у вас финал. Ладно, судишь? Машенька, дверь не открыта? Отдаешь захват, улетишь сейчас. Нет. Полнота. И руку. И руку. И рука. Смотри. Вам не надо отпускать, ну как бы не припарить. Какой прием сейчас у вас? Все-таки еще нет. Поближе захват. Руку очень низко берешь. По возможности снижать чуть повыше. Оба шеда получаете, пацаны. Решили я вас снимать. И раз сверху забежал, показал удержание. Все, отпустил.
ноги, Андрей, ноги, держи двумя руками. А тут этот поступок по всем двумя, но он не выстрелил. Видишь, он дал пояс, а сейчас у них пишет мои. Нету делать! Не садись на колени, а делай. Все, да.
метр. Следующий, мы под него боремся? Да. Упал, делай болевой. Вот это не так. Стой, 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 Андрей, стой. И кон. Кон. Все, ну что? Еще либо? Нету. Потом нету. Артем, перейдите сюда. Хорошо. Стоп, Матея. Стой. Он сделал лазарь. Эй, а ну быстро вышли, встали по парам, быстрее! Встали до трех, раз! А я без термина, без копчика. Раз! Встали. Бука! Все наши вперед, на ковер! Встали на ковер все! Катерин, бери его сюда. А, берешь сейчас. Вы, сюда, вот сюда вдвоем. Так. Миша, берешь его. Где еще один? Сырбо, встань ближе. Да. Так, Дискот. Я рано или нет, сам ходил. Дискот, перейди туда. Так, и страйк еще, да? Он пошел домой, бы ему разрешил. А, да, я же ему разрешил домой. А он тут, вот он. Да, 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 все, все, все. Переодевайся. Иди, иди, иди. Так, вот тут все. Нет, 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 все нормально. Значит так, Дискот сюда, сыр Батуков. Так, первый номер делает. Минуту, 25 бросов. Приготовились. Внимание. Раз. Два. Стоп! Стоп! Что это за бросок? Мельница. 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 И. Хачеве. Раз. Два. Стоп! Я не понял. Право-влево. Вы ему суете руки правую, потом левую, потом другую. Приготовились? Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Шесть. Пять. Шесть. Что ты делаешь, Витя? Сделай нормально. Я забыл. Семь. Потом будешь делать. Пошли, 9, 10, 11, 12, делаем, 13, 14, 15, 25, 16, 17, 18. Давай быстрее, 19, быстрее, 25. Давай, где 25, давай, 20, 21, я считаю, 22, 22, сырку, давай, 23, давай, Дмитрий, заклад, все, два броска, пошли все. Два броска всем по сухо. 23. 24. Последний. 25. Стали заправили, пошли на друг друга. Я говорю, вправо-влево делать. Делайте в одну сторону. Рука снизу. Рука должна быть сверху. Рука снизу, да, вообще надо со стойки делать. Артем, да. Через две недели перед республикой поставлю. Я посмотрю, где, что, узнаю, как.
Так, а это что такое? Секундомер. Останови. Приготовились? Влад, передай будет тот же ролик. Через две недели республика поставлю. Да, он уже скоро придет, он еще в Грек. Завтра. Он просто приготовится. Приготовились. Второй номер. Один раз вправо, один раз влево. Даник, сюда. Отжимание, приседание, пресс. 5, 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
Красный в сторону отек. 8. 9. Машки работает. 10. Машки хорошо захват. 11. 12. Да. 13. 14. 15. 15. Бери захват здесь. 17. 18. Перейди вот сюда. 19. 20. 21. 22. Правый в сторону поступал. Что, да? 23. Еще два прыжка. Молодец. 24. И 24. Приготовили. И последний бросок. Все приготовили. 25. Пошел вот только в разу. На 2 минуты делали. Чемпион уже. Жалко, жалко. Я на минуту, оно наверное. Хорошо, построились, заправились, построились. Этот плат потом поставишь сюда, в угол вот так. Вешайте аккуратненько.